В Люберцах проходит работа по ликвидации незаконных и самовольных строений. С начала этого года в городском округе снесли 17 таких объектов. Так, на территории садового товарищества «Родник» на участке 56, 74 и 75 выявили здания с признаками многоквартирности. Помещение использовалось в качестве хостелов. С сентября 2021 года собственникам земельного участка шли судебные разбирательства. В феврале 2023 года, выиграв две инстанции, Московский областной суд вынес решение о том, что данные постройки признаны самовольными и подлежат сносу. И обязать ответчика снести самовольные постройки в срок не позднее 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Собственником земельного участка решение суда исполнено не было. В связи с чем после проведения конкурсных процедур администрации городского округа Люберцы был заключен муниципальный контракт с целью сноса объектов, признанных самовольными. И с последующим взысканием средств собственника данного земельного участка. До конца этого года в Люберцах демонтируют еще 2 самовольных строения. По 4 объектам собственники работают над оформлением необходимых документов.